В нашем концерте очень ответственный момент. Я хочу, чтобы вы приготовили ваши ладоши и телефоны. На сцене Дизель-шоу. Глава Содружества наций, защитница веры, Ее Величество, королева Британии Елизавета II. My name is Dima. Very nice name. I'm Lisa. Lisa? Elizabeth. Elizabeth, okay. Yes. Like Chesh Smartski, Sean Swarovski, Schindler Swarovski, yeah, okay? You are crazy? Yeah. Okay. Ну и, друзья мои, с огромным удовольствием хочу пригласить на эту сцену еще одну королеву. Это королева ночи. Финалистка Лиги Смеха, обладательница самых длинных ног в Восточной Европе, победительница самой большой коллекции кокошников Оля Полякова. Hello. Hello. Оля. Hello, бабуля. Oh, okay. Please your arms for a shake on someone. Excuse me. Excuse me, sir. Куда вона? А кто знает? Little pee-pee. Какая ты быстрая, Лиза. Ну что ж, две королевы на этой сцене, друзья, искупайте их в овациях. Да. У Оли титулов больше, чем у вас, но с другой стороны, она и в два раза выше. Тут как бы чего удивляться. Да. Nice woman. Yes. Yeah. Really. Да, и я сразу скажу, что корона у нее тоже дороже, чем у вас. Да. Ну, а что вы хотели? Вы свою два раза в год надеваете, а Оля в своей и днем, и ночью. У нее прям встроенная корона, чтобы вы знали. Ukrainian star? Не, со звездой это другая женщина уходит у нас. Тоже популярна. У нас вообще эстрада очень религиозная, чтобы вы знали, да. У нас обязательно все девочки с покрытой головой ходят. Mm. Да. Сердючка со звездой, Оля в короне, Монатик в шапочке. Вот. Ну, Монатик, он, правда, мальчик, но тоже на всякий случай как бы прикрывает. Ага. Monatic, they are together? Нет, Монатик в комплекте не идет. Вы что, он же небольшой, вот, поэтому, когда он рядом с Олей, есть опасность, что он в ногах у нее запутается, не дай бог наступит, поэтому нет. Да, его на сдачу не дают. It's beautiful. Да, да, уважаемая королева, Оля, собственно, почему мы позвали? Дело в том, что Елизавете скоро исполняется 95 лет, вот, и она решила отпраздновать свой юбилей с размахом. Из каждой страны пригласили только по одному крутому артисту. Уже все подтвердили свое участие. Стинг, Бейонс, Мадонна, Риана, сэр Элтон Джон. Ну, я-то еще подумаю. Вот именно об этом мы сейчас и поговорим. Вот, поэтому вопрос. Оль, ну ты сможешь представлять Украину на дне рождения у Елизаветы II? А у вас как с этим? What is this thing? Оля спрашивает, вы так часто пальцы трете дома? Делаете такое что-нибудь? This нравится вам тереть пальцы? Массаж? Массаж фингерс. Фингер-массаж делаете? Yes. Вот. Я тоже делаю, но у меня возраст, это тоже. Вот. Смотрите, значит, на самом деле на 95-летие хотели пригласить другой коллектив, ну, с похожим названием, вот. Но там какая-то накладка вышла, у них король ушел в политику, поэтому, ну, сразу решили, что будет выступать Оля Полякова. Но мы посмотрели, Оля, у тебя на 21 апреля стоит корпоратив в Бердянске. Да, не могу отменить. Ну, я так понимаю, предоплата на руках. Потрачено давно. Ага. Я так, ну, слышал, что это прям праздник у прокурора области, да? Ну, то есть, в принципе, равносильная ситуация, понимаете, да? Это... This is... Не надо, ну, что вы в самом деле. Вот, ну ладно, попробуем договориться, значит, хотите, чтобы я договорился с Олей, так?
I am? Yes. Okay. I don't understand. Мне нравится, у вас английский, как у меня. Такое ощущение, что одна и та же учительница была. It's not impossible. Not impossible, все possible. Знаете, как опять же моя учительница говорила. В общем, Елизавета говорит, что в принципе она с радостью пригласит. Вот. Уже всем звездам билеты купили. Единственное, у нее попандос по бюджету. Поэтому она спрашивает, можно ли совместить будет два корпоратива одновременно. Ну, может быть, у тебя получится отработать в Бердянске, а потом на скором поезде Бердянск-Лондон приехать в Лондон. Не, ну что, с такими ногами я, в принципе, переступить могу. Из Бердянска сразу в центр Лондона. Согласен. Так, хорошо. И, ну, смотрите, значит, Оля с удовольствием выступит на вашем празднике. Вот, я сразу хочу сказать, за 500 тысяч фунтов. Стерлингов. И everybody think free. Everybody. А, нет, смотрите, это everybody у вас free, а это Оля Полякова, понятно? Оля не первый раз будет выступать с мировыми звездами. Она вот 24 августа у нее она была, и Понарев там был, значит, и Монатик был, и Винник. Винник. Винник? Винник. Сэр Винник? А, я так понимаю, ну уже у вас был, да, судя по всему? Yeah. Ага, понял. Сэр Винник, ага. Yes. Ну классно, правда? Но смотрите, на самом деле Оля круче. Круче, еще круче. Вот. Оля, она как Винник, но для мужиков. Вот, чтобы вы понимали. Так, я думаю, по гонорару договоримся позже. Так, по райдеру смотрите, что у Оли будет. Шлепки, значит, плавочки, шарик и люли. What is люли? Это я вам случайно список песен прочитал, не обращайте внимания. Значит, все будет там, значит, шампанское, икра, это в райдере. И королева спрашивает, что такое вафли и киевский торт. Ну что, это... Я понял. Еда? Это еда. Вафля? Ну, you love вафля? Слушай, Лиза, ты в это... Good. What song? What song she... Вафля — это классно. Это вот в поезд вы сели, да? Поезд. Do you know? Train. Train, yes. Только у вас train, а у нас... Вот. И потом, значит, заходит проводница. You know проводница? У нас такая крупная женщина. О, такой поставила чай и вафли. Вот так, вовнутрь, вафли. Вафли! Вафли, yeah, окей? А, вафля! Вафля, yeah, окей. Вот, значит, давайте быстро обсудим программу. Смотрите, у Оли есть замечательная песня про Англию и Евросоюз. Первое лето без него оказалось очень даже ничего. Нормально? Perfect. Есть про Ангелу Меркель. Я не такая, я жду трамвая. И есть про Элтона Джона и Рики Мартина. Называется «Мальчикам это нравится». Ну, нормально? И дальше там шлепки, семки, плавочки. Ну. The best! Точно! Это best. Оля набор The Best. Ну, что, может быть, вам какая-то нравится? Споете какую-то сами? One moment. Секундочку. Остановите музычку. Не выключайте музычку. I don't very good you. Мы сейчас с тобой познакомимся. У меня есть коньяк, приходи. Коньяк. И вафли. Будем закусывать. Oh. Коньяк и вафли. Вместе веселей. I have a whiskey. Отлично. Whiskey. Тащи. А you have a сиськи. Ваши аплодисменты, Елизавета II и королева ночи Оля Полякова. А теперь, друзья, встречайте, для вас поет Оля Полякова! Давай! Эй, секундочку, не выключайте музычку, ведь я не дотанцевала, а вы дотанцевали? Не стесняемся! Давай, пацан, вставай! У-у-у! Сегодня ночь запомнится, моего тела и души, и употертого танцпола мои ноги в жарком танце. Сегодня ночь запомнит соло, мне больше некуда спешить, и я блистаю словно
веселяться все вместе. Эй, секундочку, не выключайте музычку. Я надо танцевала, надо танцевала свой последний диско. Эй, секундочку, не выключайте музычку. Сегодня потеряла тебя, я потеряла. Любовь была так близко, но спешала. Спасибо огромное! Всем здоровья, счастья, радости, любви и до новых встреч на 26 жовтня. Дай Боже, палац спорту. Дуже всіх чекаю. Дизель-шоу вирушає в ювілейний всеукраїнський тур. За традицією, ми заїдемо у великі міста та невеличкі містечка зі святковою гумористичною програмою. Стежте за афішами та купуйте квитки на сайті dieselstudio.com та у касах міста.